Где же я сейчас нахожусь? Из-за того, что мой отец проиграл наш дом в казино, я была вынуждена переехать к этому донбоебу. Каждый день мне приходится вставать очень рано и убирать его огромный пентхаус. Я даже не знала, что бывают настолько огромные дома. Иногда я нахожу какие-то странные вещи, да и он не самый приятный сосед. И несмотря на это, я очень благодарна ему, ведь если бы не донбоеб, я бы осталась бездомной. Но моя самая главная задача состоит в том, чтобы никто не узнал, что мы живем вместе. Эпизод 4. Не в то время, не в том месте. Озвучивали принц Рамюнд и Аконя. Ты слышала про извращенца, который ровно 17:00 подходит и лапает каждую девушку, которая попадется ему на пути? Просто народе его называют Киви. Что? Почему Киви? Нет, впервые об этом слышу. Кстати, его еще не нашли? Нет, он исчезает так же, как и появляется. И полиция не может его найти уже 3 недели. Ах, какой ужас, так и домой спокойно не дойти. Кстати, Тихи, я обычно встречаю тебя около твоего дома, но сегодня, когда я решила туда пойти, вместо милого уютного домика, я увидела ларек с кукурузой. Что-то случилось? О нет, она начала что-то подозревать. Не нужно сделать так, чтобы она ни о чем не узнала. Да нет, все в порядке. А, ну ладно, но если что-то случится, обязательно мне скажи. Ты можешь доверить мне любую тайну. Спасибо, не волнуйся за меня, я как всегда справлюсь. Так как начался новый учебный семестр, сегодня мы хотим выбрать президента студсовета. Никто не будет против, если это будет Тихи. Тихи, ты сама не против? Несмотря на то, что я так усердно работаю на 6 работах, должность президента студсовета мне необходима для стипендии. Поэтому я и так доставляю донбоёбу много проблем, а лишение такой стипендии только ухудшит положение. Я только за. Хорошо. Первое, что хотела бы попросить от тебя лично, это позаниматься с Абасумом. Привет. Его только перевели с домашнего обучения, его оценки катятся по прямой вниз. Поэтому я прошу тебя позаниматься с ним, потому что мы не хотим портить статистику нашей академии, а ученики студсовета этим и занимаются. Да, без проблем. Дон Бунсун, ты бы не хотела сегодня со мной куда-нибудь сходить? Я с тобой? Ну да, нам же нужно делать совместный проект. А, проект. Кстати, я видела возле академии открылась новая кукурузная лавка. Может быть, сходим туда? О, да, я тоже видела. Пождем. 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 Привет! Преподаватель попросил позаниматься с тобой. Ты же Абасун? Привет! Да! Такая красотка, и позаниматься? Ну да. Кстати, почему ты был на домашнем обучении? Ты плохо ладишь с людьми. Хочешь, я буду первым твоим другом? Первым другом? У меня никогда не было друзей. Абасун, почему ты так пристально смотришь на свои часы? А, часы? Я хотела узнать время. Просто я Киви. Не волнуйся, это я. А, это ты? Зачем ты вмешался? Я бы и сама справилась, я просто хотела поговорить с ним и направить на верный путь. Почему ты относишься ко мне так предвзято? Если бы это сделал кто-либо другой, то бы ты поблагодарила его. Ладно, просто знай, что я всегда буду на твоей стороне, Тихи. Всем спасибо за просмотр. Когда здесь наберется 8000 лайков, я выложу продолжение. А пока пишите свои варианты по развитию сюжета, потому что вы реально сможете на него повлиять. Всех люблю. Всем до встречи.